плодотворной работы. Сделать дорожную стройку, дорожный ремонтно-строительный комплекс технологически принципиально другим. Это центральное содержание нашего национального проекта. Поправлять то, что не получилось, улучшать те компетенции, которые у вас сильны. Вот в этом и есть задача следующего года. Предупреждать и не создавать новые места ДТП, и эффективно воздействовать на то, чтобы в этих местах минимизировалось количество погибших и пострадавших. Я уверен, что проведение столь значимого и серьезного форума придаст новый стимул к дальнейшему развитию отрасли и поможет распространению передового опыта. Наша важная самая задача, которая стоит перед нами всеми, это повышать культуру вождения. Повышать культуру вождения не только в части неукоснительного соблюдения правил безопасности дорожного движения, но и в части уважения друг к другу на дороге. На этом мероприятии всегда формируется открытая площадка общения. Мы обсуждаем иногда со спорами, иногда с достаточно серьезными дискуссиями. Для нас это очень важно. Руководство страны поставило достаточно такие серьезные амбициозные задачи. И вот работа этих дней показала, что мы вместе сумеем эти задачи решить. Люди видят изменения, дороги ремонтируются, становятся качественными, безопасными. Наверное, это один из главных форумов в стране, который проводит Минтранс. Но это мы видим и по количеству компаний, которые здесь присутствуют, и, безусловно, по количеству людей, и по приезду глав регионов. Грандиозный национальный проект, его реализация невозможна без действительно активного внедрения самых инновационных технологий. Обсуждаем, что еще нужно сделать. И не только в части, как дороги ремонтируют, а в части, в том числе, регулирования этой отрасли.